Ja. Папки пришел. Дома у тетки. Думаю, Джайка моя, маленькая моя, сладость моя, сладкая моя жопка. Мой сладенький мой, Джая. Финюшка. Финюшенька, хрюшенька моя, Джайка мой. Джайка мой. Вот такой у папки Зай. Кладовщик. И директор ночной. Да, мой сладкий. Думаю, зайка моя, маленькая сладкая зайка моя. Зайка моя. Зая моя, зая моя. Думаю, зая моя, зая. Зая чума, зая моя. Зая моя, зайка. Финюшенька моя, хрюшенька моя. Яй. Ну? Яка? Фень. Фенька. Ну, чего? Вот у нас сегодня первый снег выпал в Питере. 15 ноября. Да, Феня? Даже на улицу не хочется идти, вот Феня сказал. Да? Лапы мочить надо, галошики. Но моя сладкая. Да, моя зайка. Зая моя, зая. Зая чума, зая. Финюша. Финюшка. Ты мой сладкая моя. Ты мой сладкий. Это, между прочим, Юмин брат. Юмка, которая со мной ездила в Москву. Это ее брат. Я ее отсюда же привез. Да. Истеричная твоя сестра в Москву ездила с папкой, да? Да, мой сладкий мой. Да, моя зайка моя. Да? Зайка моя. Зайка моя. Что не спишь-то, а? Уже время 12:00. Да? Позавтракали, можно уже и спать ложиться. А? Думаю, зайка моя, зайка моя. Зайка моя. Зая моя. Чума, зая моя. Ну? Любим папке помешать тут лечь прямо. На клавиатуру. На коврик для мышки, да? Думаю, сладкая. Ой, думаю, сладкая моя. Иди мой, зайка мой. Такой парень умный. Такой самый умный парень на свете. Да. Надо потусоваться утром обязательно с мужиками в курилке. Да. Посидеть, послушать, уши погреть. После завтрака. Да, моя сладкая. И потом можно идти спать. Да? Зай. Чего? В окошко посмотреть. Снег там, да, слякоть. Неохота даже выходить, сказал Феня. Вот так вот. Вот так вот. Папкой будем заказ наряды проводить, да? Да, мой сладкий. Ой, ты моя зайка моя. Мой зайчик мой. Вот такой вот у нас котик.